Просто вот есть такой так называемый черный список, где вы вместе с Путиным на втором месте, на третьем Михаил Касьянов, Гусев на четвертом, и на первом вы. Вот имеется в виду. Что вот, за черный список? Черный, а я прям прокажу черный список вот охотников, которые прям вот убивают без разбора. Жириновский почему-то у вас там в клубе. Ну, бред, на вот, я говорю, это люди, на которые ничего месте. Не понимают. Вот. Никита Михалков, то есть знакомые хорошие друзья, селиться. Хорошие друзья, да. Вот. Вот скажите, у нас охота это вот трофейная, это развлечение элиты или это что это такое? Вот как бы вы определили? Ну, это не развлечение, это страсть прежде всего. Угу. Это страсть, это может быть кому-то хобби. Но вот это, конечно же, дорогое удовольствие. Потому что, в отличие от мясников, а те, которые крошат и стреляют во все подряд. Ну, чтобы съесть потом. Чтобы, да, да. Есть. Угу. Мы, они, как правило, делают это бесплатно. И почему-то очень обижаются, если просят заплатить за охоту. Мы платим за наши охоты, платим большие деньги. И эти деньги идут на, ну, в тех странах, где организовано все по уму. Вот, в данном случае я Россию не отношу к этому списку. Вот, значит, там эти деньги идут на как раз сохранение животного мира, на восстановление, на защиту, борьбу с браконьерством и так далее. И это работает очень хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».